Пока ты там пытаешься разобраться в себе и зовешься мужчиной, как ты так, между прочим, а твой внутренний мир напрочь сдался твоей войне, она ждет тебя каждой ночью. Пока ищешь причины, чтобы до нее не дойти, и любое твое движение — это только ее шаги навстречу, она посвящает себя тебе и надеется на какую-то вечность. Ты ломаешь голову и себе, и ей, и при этом в тебе не осталось никакой силы. Она каждый день ждет от тебя новостей, при этом считает самым умным и призрачно самым сильным. Ну а ты давай, откладывай на потом, набирайся смелости. Вдруг как-нибудь решишься с вечеру или поутру. Но запомни, пока ты там сидишь, боишься, и требуешь от нее какой-то собачьей верности, я ее заберу.